Садитесь, ублюдки. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидеон, я рад вас приветствовать в 11-й часть моего прохождения, то потом Брайдер. Итак, впереди нас ждет после залечивания нашей ужасной раны, хотя не знаю, залечила она или нет, просто прижгла, но ничего, думаю, что ей полегчало. Впереди нас ждет изучение вот этой вот деревушки, деревеньки, куда нам нужно направляться, сейчас мы посмотрим. Ага, прямо туда. Понятно, ну давайте, давайте пробираться, потихонечку, не спеша. А может, кое-где придется и поспешить, потому что что-то тут все больно уж хлипкое. И так и кажется, что сейчас все это дело развалится. Зато есть много мест, куда нам можно забраться, где нам можно полазать. Всякие тут... Ага, мы собрали винтовку. Так, срочно в лагерь. Срочно в лагерь, я очень хочу ее улучшить, посмотрим. Что же это будет за улучшение? Как она вообще будет выглядеть после этого? Действительно интересно. Да, по поводу этого вертолета, конечно, очень интересная тоже особенность. Автомат, модификация оружия, старый автомат, просто в автомат. Хорошо. Опа, готово. Ну и давайте посмотрим, что у нас там появилось в этом автомате, как он вообще выглядит. Ох ты, слушайте, мы калаш из него сделали. Вопрос, как? Как мы сделали из него калаш? Я не знаю совершенно. Скорострельность добавляет, перезарядочка и точность и урон от выстрелов. Но на это у нас еще не хватает пока что модификаций, то есть запчастей. Поэтому отправляемся дальше. Не понимаю, как можно сделать калаш из вот этого, вот того, что у нас было, вот этот кусок мусора вообще, не знаю, стреляющий какими-то пульками. По поводу вертолета, конечно, тоже хотел сказать. Ё-моё, он такой старый, и посмотрите, он уже проржавел тут весь, а там труп еще не разложился. Что вообще, где логика, я не понимаю просто. Вертолет успел заржаветь, а человек там еще до сих пор лежит. Ну, боже мой, как всегда у нас в Tomb Raider куча всякого непонятного. Так, где наш... О, калаш какой стал красавец, вообще супер. Но я чувствую, будет стрелять как нужно. Так, давайте-ка вниз спустимся. Смотрим, что у нас здесь. Шумим мы, конечно, тут налево и направо, я вам скажу. Вот, и никого это что-то не смущает вообще. Так, а зачем мы сюда прошли? Чтобы патрончики, что ли, взять? А, вот зачем. Ну, нам нужно сюда. Не знаю. Посмотрим. Пока что очень тихо, мы что, всех перебили? Ну, надеюсь, что так. Хотя, конечно, вряд ли. Мы всех перебили, потому что... Что-то я не понимаю, зачем нам тратить патроны, чтобы пробираться через эти вот обломки. О, смотрите-ка, рисуночек. Рисуночек значит, что внутри должно быть что-то интересное. Оу, это не интересно. А, вот это интересно. Должно быть, это династия Юань. Может, это с пропавшего флота Кублахана? Ну, может быть, кто знает, Лара, тебе видней. Мы отправляемся дальше, подальше от этих трупов кошмарных, ужасных. И вообще, что это тут? Так, там у нас что? А, ну еще инструментики. Тоже неплохо. Весьма неплохо. Так. Везде эти значки. Может, они что-то и значат, но я пока не знаю. Куда нам здесь двигаться? Так, посмотрим. Обновлена тайная гробница рядом. Ух ты! Слушайте, тайная гробница, это круто. И мы почти собрали детали для дробовика. Блин, ну вообще супер. Смотрите-ка, как у нас эти детали добавляются. Просто одна за одной. Так, а гробница, похоже, у нас... Опа! Нас поймали. Что делать? А, в блок выстрелить, да? Хорошо. Ух ты, сволочь! Пошел вон отсюда. На тебе, урод. На, сволочь. На. Вот вам всем. Фу. Все, рванули. Так, и что нам делать? Козлы, а? Подловили нас. Вот я буду вас здесь ждать.
Давайте, уроды, давайте. Один. Второй. Давай, 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 давай. Третий. Давай. Четвертый. Пятый. Шестой. Перезаряжаемся. Ха-ха, вот это класс. Вот это шикарно. О, о, о. Уроды, никчемные. Боже мой, целое кладбище мы тут устроили. Как кошмар. Надо почаще такие засады им устраивать. Дурачье. Ну-ка, тут у нас что? О, одно из трех деталей собрана винтовка. Опять улучшение винтовки. Блин, все лучше и лучше, слушайте. Ну-ка, и ты нам тоже что-нибудь поддай. 537 у нас, кстати, уже запчастей. Можно что-нибудь у нас улучшить. Такс. Давайте, давайте вот что. Видимо, еще вот здесь вот пол можно как-то раскрыть. Боже, зачем они это делают? Зачем они это делают? Зачем они это делают? Можно тебе сказать, конечно, зачем они это делают, но я думаю, что ты сама догадаешься, а? Неужели? Неужели тебе непонятно? Так, а как же нам эту... Вот так вот, что ли? Ну-ка. О, все просто. Все просто. Ну, спускаемся в гробницу. Давайте расхищать, заниматься своим... нашим, так сказать, персональной обязанностью. Разграблением гробниц. Кто-то тут ладошек понаоставлял веселых. Зачем затушил-то? Светло, что ли, стало? А, ну, да, свечки, в принципе, горят. Опа, тихо, тихо, тихо. Не падаем, не падаем. Нам тут падать не нужно совсем. Ух ты, уже 653 запчасти собрали. Класс. 668. Как бы эту штукенцию поджечь? Даже не знаю. Наверное, никак. Может... А, у нас же есть эти стрелы. Как там? Как там? А, во. Во! Вот как можно их поджигать-то теперь. Намного все проще. Намного все стало проще. У нас есть зажигательные стрелы. Весьма странные. Но ничего. О, гробница, да? Вот она. Вот она, гробница. О, что это такое? Это у нас канистра с бензином. Так, а куда? Нет, карта это не то. Куда бы нам ее закинуть? Императрица Солнца. Это было священное место. Так, здесь что-то странное. Какие-то веревки. Какие-то решетки. Какие-то усовершенствованные, я вам скажу, это гробницы. Вот честно. Весьма-весьма усовершенствованные гробницы. Потому что решетки, шины и прочий мусор. Я не знаю, кто сюда это натаскал вообще. А, наверное, сбрасывали как в яму просто мусорную. Ну, похоже, что так. Куда же нам все это закинуть-то? Наверх, что ли? Наверх. Наверх закинуть, да? Вот так. А, ну точно. Я думал, это как-то можно использовать действительно как бензин. Но нет, это нужно использовать просто как утяжеление решетки этой. Опа. Ну вот. Вот. Вот другое дело. Так, давайте присядем у костерка. И я хочу посмотреть, что у нас тут с запчастями. Хочу улучшить автомат, наверное. Повысить точность и урон от выстрелов. Ну, вот, да, то, что нужно. Кожу к стволам мы добавили. Осталось только двойной магазин и экстрактор. Повышает скорострельность. Ну, ладно, скорострельностью мы пока пренебрежем. А вот дробовик было бы неплохо улучшить. Скорострельность оружия. Уменьшить отдачу, стабилизировать оружие. Даже не знаю, в общем, полезно ли это нам. Так ли нам это нужно. Странно, что пистолет мы не улучшаем. Ну, то есть, нельзя его... То есть, мы деталей находим, не находим. Как, например, к дробовику находим, к винтовке находим, даже к луку находим. А вот к этому не находим, совсем даже. Ну, давайте скорострельность еще повысим. Все. Теперь автоматик у нас улучшенный, хотя мне больше дробовик нравился. Ну, и вы поняли, почему. Только что. Так. Теперь выбрасываем это отсюда.
Не-не, подожди, ладно. Подожди, вот так. Вот так. И что? И что? И что? И что? И что? И что? И почему мы не поднимаемся? А? Лара, объясни мне. Видимо, я знаю, почему мы не поднимаемся. Я знаю, почему мы не поднимаемся. Стоять! Ой-ой-ой-ой-ой! Мы канистру вниз протолкнули. Так, ладно. В принципе, я догадываюсь, что нужно сделать. Давай-давай-давай-давай-давай-давай! Ах ты, да что ж такое? Ладно, хорошо, поднимайся вверх пока что. Как-то нужно вот так вот закинуть эти штуки. Нет, не допрыгнули мы. Ладно, хорошо, хорошо. Я думал, она будет подниматься вместе со мной, но нет. Ларочка у нас слишком тяжелая. Не потянет. Да блин. Да что такое? Опять она опустилась. Ну и что мне делать? Ай. Что за странная задачка здесь? Ну-ка. Может, я что-то упускаю? Нет, нет, я ничего не упускаю пока что. Нужно как-то... как-то допрыгнуть. Да нет. Это бессмысленно. Они даже не сгорают. Ну, да, в принципе, понятно, чего они не сгорают. Так, ну как же нам залезть-то, ёлки-палки? Как же нам залезть? Давай, 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 давай! Ну чуть-чуть же, ну Лара, ну чуть-чуть. Ну что ж ты меня так подводишь-то, милая моя? Подводишь, подводишь меня. Подводишь. Очень сильно подводишь меня. Нельзя так подводить. Я ж почти допрыгнул. Давай, спускайся. Спускаемся, спускаемся, спускаемся. Я забираю эту фигню. Бегу наверх. Бегу, 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 бегу. Бегу, бегу, бегу. Прыгаю в самый последний момент. И... да, есть. Фух. Наконец-то. Братья Солнца оскверняют древние руины, но и поклоняются здесь. Да, они весьма туповаты, как мы можем догадаться. Ну и давайте заберем какую-нибудь штучку. Как всегда, Лара скажет «Ух ты!», что-нибудь схватит и положит в карман. Ух ты! О, и даже не показали чего, ну... Да, как всегда, гробница расхищена, колодец слез пройдена. Хорошо, хорошо, хорошо. Прошли. Прошли и хорошо. Конечно, было бы намного интереснее, если бы она что-то там брала, там, не знаю, это все как-то коллекционировалось или наподобие этого. Но, как видите, нет. Просто что-то хватает и бежит дальше. Сломя голову. Причем еще, ух ты, как это интересно. А мы даже не знаем, что это. Почему тебе так интересно? Карта обновлена, это хорошо. Но нам нужно выбираться, дорогие друзья, чтобы отправляться дальше. Так. Хорошо мы этих ребят постреляли, ё-моё. Так удачно. Но они тоже, хитрецы-мудрецы, схватили нас, вон как. Это все жертв тут сжигают, все воняет. Как они вообще тут живут, психи? Беритесь до ворот под мостом. Беритесь до ворот под мостом. Ладно, доберемся. Фу, сколько тут всего. Да, нам нужно туда. Я хочу немножко еще осмотреться здесь. Может, конечно, и зря. Может, мы тут ничего, кроме гибели, не найдем. Но нет. Находим артефактик. Интересный. Статуэтка династии Мин. Похоже, подлинная. Ха-ха. Круто.
Статуэтки династии Мин хранятся в каких-то трущобах. Как они их еще не продали кому-нибудь? Ох, мы шуму-то делаем, а, слышите? Все грохочет. Все шумит. А мы тут стреляем. Так, а там у нас что? Спускаемся. Как бы нам туда залезть-то? Нет, ну, залезть-то можно очень просто. А, что-то она прыгать не хочет. А вот. Давай, 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 не падаем. Так. Кто-то, походу, вылез, да? Я слышал звук. Или нет, или мне показалось. Что это за музычка такая? Опасная какая-то играет у нас музычка. Весьма опасная. Тут какие-то проходы. А, мы тут были же вроде, нет? Давай, спрыгивай. Вроде мы тут были, но не залезали сюда. Так что давайте сейчас как раз залезем. Посмотрим, что у нас здесь. Вот, здесь. Да, еще одна реликвия. Наверное, последняя в комплекте. В Японии эпохи Эдо у традиционной мужской одежды не было карманов. Личные вещи носили в маленьких коробочках, инро. Эдакий древний бумажник. Древний клатч. Ну, нет, это не последний в наборе, кстати. Это вообще первый из набора какого-то. То есть, опять же, здесь где-то должны быть еще. Но не знаю даже где. Ну-ка, давайте на крышу залезем. Что у нас там? Кстати, можно тут на веревке спуститься. О, книга. Ну-ка. Матиас поручил искать для братства пацанов. Ну, чтоб сильные были, там особо не возникали, делали все, что скажут. Ну, дебилов, короче. Ну, если кто выступать начинает, ну, мы того сразу урабатываем по полной. С тёлками все сложнее. Тут Матиас сам решает, кого там в жертву принести, кого для обряда оставить. Ну, короче, дело темное. Вот обряды эти типа священные, не знаю. Некоторые из братвы реально начинают во все это верить. Так-то Борьми здесь точняк что-то управляет, а ну, короче, никого отсюда не выпускает. Отец Матиас стирает, что это типа там дух императрицы Солнца, он напрямую там с ней бронит. Я за эту заяву ничего не скажу. Да я не заморачиваюсь. Я выжить хочу. Такой какой-то зэк бывший. Но озвучка, конечно, хорошая, очень хорошая. Если бы не было... Если бы они еще, когда вот делали эту озвучку, хорошо бы уровни звука выравнивали, честно, цены бы вам не было, ребята, да? Но обычно все вот именно так, что чтобы нормально что-то слышать, мне вот приходится в видео после уже выкручивать уровни звука, причем вот книжки эти там вообще шепотом говорятся совершенно. То есть вы ничего не услышали бы так, если бы я оставлял все как есть. А вот заставки там, ну, чуть потише так, ну, тоже вроде как сойдет, да? Просто вот в игре в самой нормальные диалоги, то есть нормально все слышно, громко. Вот такая вот фигня, все приходится менять, выкручивать, чтобы все было на одном уровне. Опа! Ну, так и знал. Да. Попалась. Куда ты там лезешь, а? Ух ты, ёб моё! Так, перезарядились. Стоять, сволочь. О, чёрт, тяжело бронированный. Тяжело бронированный мне. Блин, мне не нравится это. Сволочь, а? Ес! Ес, убили! Фух, прячемся. Где эти твари, а? Ты мразь. Фух. Нет, еще не отбились. Не отбились. Он загорелся. Дебилы. Фу. Ну вот. Вроде
Вроде живы. Да, тут уж не до жиру, быть бы живу, да? Именно так. Давайте спустимся. Соберем у них всякую хламиду. Что они там надропали. Инстинкт выживания. Да не нужен мне пока инстинкт выживания, скажу я тебе, Лар. Мне просто... Ну, все нормально. Всех поубивали. Главное... Фу, главное, получилось убить этого тяжеловеса с первого раза. Вот это вот действительно мне очень повезло. Так, теперь инстинкт уже. И что нужно сделать? Горючий материал. Ага, светлую ткань можно поджечь. Ну, давайте подожжем светлую ткань. Так, подожгли. Так, а почему внизу все загорелось? Ну и стрелы у нас. Все поджигающие. Забавно, ни одной машины, зато везде обода лежат от машин. Заметили, да? Откуда они у вас, ребята? О, а вот и лагерь. Проберитесь во дворец. Блин, сколько же этих трущоб, ребят? Сколько же здесь трущоб? Итак, у нас одно очко навыков. Куда мы его вложим? Куда мы его вложим, а? У нас есть ледоруб, у нас есть атаку с уклонением. Кстати, одну ветку, если выучить полностью, ачивочка будет. Класс. За искусное убийство противников. Что значит искусное, я не знаю. Взорвать его, это считается искусным убийством? Вряд ли. Так, это... Нет, на это нам нужен мастер. Заблокировано. Свежевание туш, разделка животных. Ладно, наверное, придется вкладывать в борьбу все-таки, на самом деле. Искусство убивать. Пригодится оно нам, это искусство убивать-то? Не знаю, давайте. Ледорубу можно нанести увечья, все. Жмите F, чтобы добить его. Посмотрим, как она будет добивать ледорубом. Посмотрим, посмотрим. Наверное, все-таки добивания считаются искусными убийствами. А такие это не считаются. Так, 300, увеличивает скорость перезарядки. А что у дробовика там можно было улучшить? Сейчас посмотрим. Повышает скорострельность оружия. Да. Давайте я уж прогрейжу автомат. Может, мне что скажут там. Вы молодцы, вы прогрейдили автомат. Поздравляем вас. Двойной магазин. Отлично. Все? Нет? Там не сказали, что мы молодцы? Нет, не сказали. Ладно. Собираем еще запчастей, благо их тут тонны. Тонны этих запчастей. Так, что у нас там, лук? Нет, спасибо, лучше автомат. Что происходит? Опа, неужели Матиас от них убегает? Ха, вот это было бы смешно. Так, ну, туда вниз, в эту яму грязевую катиться совсем не хочу, потому что, смотрите, там уже, походу... Висят ребята, которые решили скатиться. А нет, у нас нет выбора. Придется катиться в яму. Так, и сейчас нас тут, наверное... Нет? Я думал, сейчас со всех сторон. А нам надо отстреливаться. Я бы забился вот в этот угол. Кричал бы и отстреливал их. Кричал, как Лара Крофт. Фу, гадость какая. Какая мерзость, а. Везде трупы. Ну вот, честно. Грим. Грим? Какой грим? А, стоп, пленник сбежал. Нет, это не Матиас. Матиас у них тут царь и бог. А это грим. Сейчас, подожди, грим. Все будет нормально. Сначала я соберу запчасти. О, кто это там падал? Неужели он их скинул? Да иду я, иду. Грим сбежал. Где? Куда нам нужно проходить? Сюда, что ли? Наверное, не знаю. Здесь колья везде. Так, туда мы не пройдем, да? Туда мы не пройдем. Грим, я иду. Я иду, старикан. Иду, старикан. Что это тут лежит? Ты ничего? Давай, давай, да иду. Как нам залезть-то здесь, я не понимаю. Вот что я не понимаю. Что, куда? А, боже мой, лестница. О, блин. Не надейтесь, ублюдки. Ха-ха, да уж, это точно. Ух ты, чертов динамит!
О, открыто достижение, упс. Короче, суть в том, чтобы... Блин, почему я не могу откидывать динамит обратно? Выключи свою сирену, мразина. Оу, ничего себе. Блин, да что ж такое? Где-то тут динамит был. Блин, еще швыряются в нас. Да ты, мразь, достал уже меня со своей хренью. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, что у нас-то динамита нету? Роняй динамит! Блин, обожаю эту тему. Сдохни! Во, круто, я его ледорубом треснул. Роняй динамит! Блин, я не могу, меня так это радует. Да что ж такое? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да выключи ты сирену, тварь! Привлекаешь внимание лишнее. У нас патронов мало уже осталось совсем. О, дебилы! Вот дебилы-то, а. Ой-ой-ой-ой! Фух. Так, тихонечко. Вот динамит опять! Китская мать-то, а. Кто там швыряется еще динамитом? Фух. Лара, живая! Пока да. Где остальные? Держат в заперти. Ну я знаю где. Поднимайся, вместе их вытащим. Отсюда мне не забраться. А, черт. Так, ну тут есть канатная дорога. Попробуй по ней перебраться на ту сторону. Хорошо. Уже иду. Ну что ж, дорогие друзья, блин, какой классный дед, как же он мне нравится. Надеюсь, что он нравится и вам, дорогие друзья. Реально классный, веселый такой еще шепеляет. Ну, конечно, тут уже огромный плюс тому, кто озвучивал его. Ты просто, актер просто молодец. Спасибо действительно ему огромное. Он просто молодец. Ну что ж, дорогие друзья, на этом я закончу прохождение моей 11 части по Tomb Raider. Надеюсь, вам понравилось. В следующей части будем встречаться с нашим дедулей, классным, шикарным, веселым дедулей. Ну что же, с вами был Гидеон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо. И до следующей миссии.